На полях Твардицы с восходом солнца кипит работа. Началась обрезка винограда. Здесь каждый куст заботливо обрезается вручную с помощью обычного секатора. Стартом весенне-полевых работ для аграриев Тараклийского района по праву можно считать праздник Трифон Зарезан. Своими корнями праздник, посвященный Трифону, уходит в античные времена, когда болгарские земли заселяли племена фракийцев. По традиции в этот день подрезали лозу, чтобы осенью получить большой урожай. Необычно теплая погода нынешней зимы стала причиной ранней обрезки винограда. Мы находимся на плантациях виноградника, где производится обрезка винограда. У нас на сегодняшний день более 400 гектаров плодоносящих виноградников. Работают порядка 40 женщин на обрезке. Вообще по технике, связанной с виноградарством, в связи с тем, что с каждым годом рабочая сила все становится меньше и меньше, мы вводим в эксплуатацию, применяем больше механизированный способ обработки виноградника. В данном случае я сказал, что предобрезка идет, измельчение растительных остатков или измельчение лозы идет на месте, с производством сидератов и запаханиями в почву идет межкустовая обработка летом, идет чеканочная операция, идет дефолиация. Все эти немецкие, итальянские агрегаты у нас есть, работают идеально. И исходя из этого, благодаря людям, то же самое, мы добиваемся каких-то результатов. Я думаю, что это неплохие результаты. По прошлому году у нас 180 центнеров средняя урожайность по плодоносящему винограднику. При сахаре 19-21. Выращивание винограда – это целое искусство. Много сил уходит на то, чтобы на кустах появились спелые и сочные гроздья. Но особенно для агрария важен рынок сбыта. Весь виноград поступает на Bulgari Winery. У нас с ними долгосрочные договора. Они нас финансируют. Ну и, естественно, они являются нашим гарантированным покупателем нашего винограда. Большинство или большую часть винограда они производят шампанские вина разной категории, сухие, сладкие, красные, белые. Все они это есть, это другой вопрос. Занимаемся расширением виноградника. На сегодняшний день у нас 96 гектаров молодых виноградников 2-3 года посадки. Ну и планируется в этом году еще 20 гектаров нового виноградника. Завод Bulgari Winery является предприятием полного цикла производства, начиная с переработки винограда, выращенного на местных плантациях, и заканчивая розливом в бутылку. Компания Bulgari Winery сегодня занимает лидирующие позиции на рынке игристых вин в стране. Сегодня на предприятии выпускается более 15 торговых марок шампанского, а также тихие вина. Благодаря зарубежным технологиям и новейшему оборудованию предприятие может перерабатывать до 25 тысяч тонн винограда в год. Современная линия розлива производительностью 6 тысяч бутылок в час немецкого производства фирмы Кронес запущена в 2015 году. Мощность завода составляет до 1 миллиона бутылок в месяц. Продукция компании Bulgari Winery представлена активно на молдавском рынке и за рубежом. Мы активно работаем с рядом стран в Европе, Азии, африканскими странами. Сегодня осуществляются поставки в Индию, в Китай, в Вьетнам, в скандинавские страны. Если по Европе, то мы активно представлены на румынском рынке. Мы очень хорошие поставки делаем в Великобританию, в Германию. Несколько наших дистрибьюторов работают по нашей продукции и представляют ее в Соединенных Штатах Америки. Если говорить о объеме выпускаемой продукции на Bulgari Winery, то производственные мощности Bulgari Winery лимитированы только покупательской способностью. Вино – это искусство, история, дух традиции и гастрономия отдельно взятого региона, иногда даже просто небольшого городка. Твардица – это путешествие в загадочный мир виноделия, погружение в уникальную культуру и знакомство с неповторимой природой, рождающей вина.